Начнем наш видос сейчас. Ну-ка, еще тут попробую со сглаживанием сегодня сыграть. Сглаживание. Хорошая тема. О. О, рабага там уже, блин, рабага тут уже нифига чего. Все. Блин, взял сундук, а толку от него. Чик-чик. Да, не очень, да, хорошо ракеты задних дистанций. Блин, хп нет. Нету. Так, я серого развалил. Остальные одного тебе. Сделали. Да, остальные тебе, короче. Ну, бордовый может догонишь, остальные там топить будут. Да, ё-моё. Да, догонишь ты бордовый. Скорее, бордовый, да? О, да ладно. Сглаживание чудеса творит. Да ты же как там третий закатился, обалдеть. Вот это ты вот даешь. Этот старт вообще, да. Вот это я даю. Я уже не помню, когда я так давал. Да блин. А сейчас раваги нас просто раскатали. Этот старт еще фиговый был. Блин, как рабак-то это? А, вот, есть шанс. Да блин, я прям под рабагу. Блин, вот, вот розовый вообще. И эту даже. Да, кошмар. Ну да, такой себе. Уже тяжко догнать. Да старт вообще фиговый был. Хотя трасса хорошая. Ага. Трасса вообще норм, да. Тут вырвался, считай, все, тебя кто-то догонит. Хотя, в принципе, вот сейчас есть шанс догнать, если раваги, конечно. За один ракетный тут все не это. Ой, блин, я туда куда-то. Нет. Тут я что-то. Ой. Кнопочка не жмется. Блин, да что? Что происходит? Это вообще важный нюанс, устойчивость, знаешь. На трамплинах, ну, я прям считаю, всегда нужно это держать. Так. Петух. Блин, ну что ты, мужик? Ну там в кассе. Равага. Ну блин.
Да откуда вы? Я просто еду, у меня просто это такой пик-пик-пик и все. Так и я не. Ага. Блин. Нет. Где-то птичку я, по-моему, тут видел. А уже нету. Ну, была, была, была. Блин, да что-то. Вот одна. Там еще вторая была, я знаю, где она. О, отлично. Давай 2-3 хотя бы займем, может быть. Да, сейчас этот наставит и все. Может, да. Ну я этим там поставил тоже. Блин, а. Ладно. 2-3. Почти Шред догнал. Не очень хороший штат. Хороший. Ну да, как-то. Блин, мой скатер, что ли? Нам главное 300 взять. А? Главное 300 взять. Ну да, задача выполнить. А я буду потихоньку надамаживать их. И да. Может быть выебусь. Давай. Я попробую сейчас на трамплине. Блин, одному, конечно. Развалил там. Так. Аптечка, блин, под мостом. Ай. Еще одна. Ты, блин, тебя заметил опять. А простреливай все-таки хавак. Если там поймать поблизости кого-нибудь. Mm. Да, и ты вражеский имеешь в виду? Если кто-то едет параллельно. А. Ну да, есть чуть-чуть так. Так, что у нас здесь сейчас? А, короче, трасса. Едешь? Блин, только хотел вернуться от него. Блин, ну куда у меня этот? Скидывает, ну. Засчитал. Блин, не засчитал еще. Почему у меня срез какой-то вообще? Блин, у меня раньше срез это так получался хорошо. А сейчас вообще срезать что-то не могу. Наверное, это... Ох, ух, и что там происходит? Ну? Нормуль. Так хоть, ну. Блин, а да чё ж вы это? Да ну, блин, это как вам? Прям хоть езжай, знаешь, как-то вообще с это с осторожностью такой. Типа,
О. Блин, это с катером уставлю, а тут ты там едешь. Ох, аптечку не взяли. Сейчас начну с катеров, наверное. Да блин, ну чё вы делаете? Хорош, ну ладно, я второй. Закатился тут, ну. Пофигу, трасс все равно сложно было. Теперь мы будем. Ну и зай. Попробуй там выкидывать их, если получится. Попробую, да. Мы сейчас аптечку надо здесь обязательно. Все, аптечка нету, все. Ох ты как. Как это было коварно. Ох, розовый вылетел. И ты вылетел. Нифига, мне тут задними ракетами пытаются. Нет, не получилось у них. А я пытаюсь одним с этим простоять. А Вага пытался простоять и задней, и передней своей пулькой. Еще кто-то, по-моему, пытался. Еще, по-моему, тоже Равага. Здесь можно также выкидывать на среднем трамплинчике. Можно. Если что там, кто-то будет тебя преследовать. Ага. Ух ты, блин. Это было подло. Ладно. С задними ракетами не будешь поедет это. Три скатера поставил, Равага все равно приехал. Ну, пока более-менее. Да, и он еще и не полетел? Нифига себе. Прикинь, я ему там поставил. Блин, Раваги подъехали. Все. Блин, я привычка, что он в другую сторону. Я начинаю по привычке поворачивать в другую сторону. Блин, аптечка нужна. Да, вот не аптечка. Ну, спасибо. Я спасибо.
спасибо. Хорош. Ну, почти вровень. Сейчас где-то сотку надо быть. О, хорош трата. Блин, да что меня ровак застанил? Тебя тоже, что ли? Да. А, меня никак станет начинать все там, вообще. Блин, а ну равага. А еще за нее еду. А, мимо аптечки там. Блин, да что ты, а? Я и ставлю, он вообще видит. Зато я на них наехал. Да зато ты на них наехал. Да я дофиг его догонишь просто так. Ну. Блин, мне ровага вообще жизнь мешает мне. Ух, как я подлетел хорошо, но это не помогло. Я даже заново начинать не хочется. Ух, это минус. Минус 400. Еще можно. Ну да, еще можно отыграть. Вот, например, вот... О, вот наша. А вот это, по-моему, халявная трасса. Да, единственное, только... О, да. Я тут еще застыл. О! Там, конечно, серый с этим уехали, но это можно догнать. Сейчас будет мне это. Ой, блин, а я еще тоже туда же. Мне серый тут еду с этим. Только если тут, конечно, тупить сильно, то и эта трасса нет. Да. Не подарок будет. Тогда я еще не выспавшийся. Поэтому немножко тоже подтупливаю. О! Белый затупил. Да они тут все тупят. Ну я выросся. Блин, ровага тут, ну. Там этот, белый, осторожен, да. Ты должен его. Давай, давай, давай. Осторожнее уже. Хорошо. Что, сравняли там? А, нет, минус 200. Ну ладно, минус 200 тоже неплохо. Сейчас какая-нибудь тоже трасса будет хорошая, типа вот этой. Я держу ровак. Хорошо, держи ровак. Уже нет. Вон, все, уже и не надо. Ой, как он прилетел там? Да, блин, ровага. Почему роваги так быстро едут? Ну? Кто им столько скорости дал? Ну? Блин, офигеть, а. Вот только не это. Не хулиганьте. Да блин, ну стрелка, конечно, вот это вообще прям. Когда еще ровак тебя толкает на эти стрелки, блин. Я просто в стенки вшибаюсь, меня роваги просто вшатываются. Ну. Ну нет.
ты стрелки насобирал. Да мне. Да я стрелки вообще не собирал, мне раваги просто это. Они догоняют и все, и тут уже ничего не сделаешь. А? Ну сам понимаешь, а тебя догнали все-то там. Неплохо ты их сдержал, но это не помогло, к сожалению. Блин, вот это вообще имба. Что ему сделаешь, а? Ой-ё, тут еще бордовый. Да, тут вообще ничего не сделаешь просто. Нет. Мне немножко серого тут оставил. Он вообще тут хулиганит. Ну. Сдержать тебе этих двоих? Ну. Ты справишься. Ладно, справился. Теперь я попробую. Я, конечно, с серым вообще... Да, я не знаю, что я с ним сделаю. А хотя он это... Блин, это нет, ничего не сделал. Давайте это... Не по той стороне, ну ладно. Ай. Нормально получилось. Угу. Да. Это уже не в тему. Да блин, да чё вы делаете-то? У меня тут одни станы, короче. Да блин, еще. У меня есть станы и мувбеки, вообще чё только нету. Да я упал. Да вот, крутил же, крутил налево, короче. Прикинь, крутил налево, меня направо выкидывает за скатер. Бред вообще, короче. Я вот сюда поражался вот этой механики. Тут иногда крутишь, а тебя фрейм что-то сбивает, и ты хоть что делаю, вообще ничего не сможешь. Тихонько догоняем розовым. Да блин, ну что вы делаете? Ладно. Ладно, ничего, езжай. Еще много шансов. А, едешь? Ладно, все. Я вырвался. Отлично. Я тебя не ожидал тут увидеть. Я думал, ты не вырвешься еще. Я аккуратненько протиснулся между ровагами. Это хорошо. Это очень. Нам хорошо. Надо дополнительные очки. Конечно. Дополнительных очков вообще тут. О, хорошо. Очень даже хорошо. Плюс 200. Вот здесь особенно. А, блин, это в эту сторону она пошла. Да блин, ну почему не долетело-то? Вот почему не долетает вообще? Я вот делаю гипер, короче, фигах у меня не долетает. Ну. Он вообще, по сути, на хавыке даже должен долетать. Ну.
А на Халке даже не долетает. Ну. Я вообще вот это, я вообще не понимаю вот этот вот этот прикол. Хотя у тебя еще мягкость. Да, хотя у меня еще мягкость, короче, что там, джампинг, считай, вообще. И не долетает. Может, ты сильно просто перекручиваешь? Да я вообще не должен. Там надо просто немножко довернуть в сторону, даже без кнопки моды. Да, понятно. Не, ну без кнопки моды, конечно, это такое себе. Я всегда так делаю. Без кнопки мода? А. Ну, вот таком трамплинчике. Кнопкой мода легче контролировать прыжок. Да блин, ну куда ты меня это? С задней ракеты. Я в основном просто контролирую этот, как его, как он называется-то, тормоз. И все, с тормозом как-то мне проще. Минус сотку, ладно. Пока играем там. Будет трасса эта халявная. Блин, да чё вы? А как ты даже не вылетел? В тебя все помидоры зафигачил. Я в него все помидоры выпустил, прикинь. Он на трамплин даже не вылетел. Я офигел просто вообще. Да, вот я как, блин, вылетел. Ну что такое? Чё с сцеплением? Просто ты что-то не то делаешь. Да я вообще не понимаю, что происходит. Я понял это. Я на хавоке еду вообще, считаю. У меня это, меня заносит так. Я даже не знаю, как меня занесло тут. Обычно на хавоке вообще не заносит. Тут раз и занесло. Блин, ну ладно. Я второй там протиснулся. Считай, почти первый, но второй. Вот здесь вот сложно. Блин, да что такое? Уезжай. Да как вы это делаете-то? Блин, я вообще там вот понял, на трамплине. Пытался с ним совладать, ну, в итоге им пофигу. Ой, блин, а, там скатер. Это печально. Да, у меня еще равага тут сейчас. Ой, две раваги, это вообще очень плохо. Блин, можете, кстати, равагу взять без колес? Да, можно. Что-то это... Мне кажется, нам браваги какой-то не хватает на помощь. Может, что-то прям совсем. Не, ну тут мы уже не это. Нет, тут ничего не было. Так. Это сейф, что, сравага у тебя? Ай. Блин, ну ладно. Пипипипел. А. Блин, равага. Если бы они вываливались еще бы хоть как-то.
Ай. Я тут еду на эти этом. На автомате прям. Блин, вот первый там вообще. Ой. Лаги, в принципе, тоже хорошо выкидывать под станом. Угу. Главное, держи серого сейчас. Да, они уже в стане там. Это очень хорошо. О, есть что? Нет, ничего. Да, мне кажется, вот... Попробуй их выкинуть. Блин, ну как он так? Ай, они просто проехали прям всей толпой. Проехались по мне. Сейчас равага будет. А, там две раваги едут. Блин, я знал, что там аптечка. Да блин, ну чё вы это, чё вы толпой все едите? Блин, а. Раваги станет, ну. Вообще-то должен был уехать, потому что меня еще убили. Должен был, но видишь, они догнали что-то. Блин, а. Ой-о. Осторожно, там серая ромага. Злая. Фига, у меня ракет летит ему. Целый этот. Да блин, ну. Да, блин, равага ближе с халком. Ладно. Это розовый, если что, тормозни. Он это, он просто первый. Потому что меня за ним, я не знаю, угонюсь я за ним. Ну почти. Надо было на углу стать. Ну. Встал бы на углу, бортанул бы его. Да я что-то тупанул, надо бы тебе раньше сказать. Да блин, да чего вы делаете? Просто, значит, такие пе-пе-пе, все, блин. Ну. Да как его танчить-то? Чем? Чем его танчить? У меня там на уже. Блин, вот. Одного просто развалишь, на второго хп уже нету. Кто там развалился? Блин, ой, бордовый равага.
Да ёпа, все думают, как ее остановить, а не как. О, чё, засчитывает так, а? Жесть, что-то вообще без шансов. Ой. Да блин, это едет, ну. Как всегда. Ай. Да бордовый, конечно, вообще не есть хорошо. Хорош, но не очень. Жаль, первый не тормознул. Я ему что-то дал две пульки, он все равно едет. Ага. Да блин, офигеть, они сбивают. Ладно, мужики. Там на трамплинчике на среднем. Да, опасно. У меня вон раваги тут настигнуть хотят. У меня уже их контроль, потому что если не законтролишь равак. Значит, что они могут. Просто для выпенника все, чтобы они не преследовали. Ну, надо еще, видишь, надо еще законтролить так, что чтобы они тебя не догнали. Ай. Ну, поставил на среднем, но что-то не очень. Они бывают мимо проскакивают их. Ну да. О. Ой, блин. Стрелочка. Так, как блин, типа их покрыть-то? О, все нормально. Езжай. У меня скатеры-то есть, они тебя за раз-два догонят. Езжай. Ну, все более-менее норм. Хотя да, Хавак, он лучше защищает. Да, езжай, ты главное езжай. Все. Теперь главное тебе первым ехать. Ну. А мне ехать вторым. Тебя прикрывать. Ну да, так у меня скатер. У тебя чисто машина на поддержку. Она у меня медленно едет, блин. Да. Еще как. Ну, видишь, я на прямой форс вообще. Даже догоняю. Отлично. Плюс 200. Вот сейчас хорошая трасса.
Стечку забираем его. Еще одну. Ай, равага, не хулигань. Так, ладно, оторвались сейчас. Надо трамплин минировать. А я, короче, забыл, что я не хавак, и это не докрутил немножко. А. Блин. Вот хотел трамплин минировать, да. А не надо, потому что я далеко. Блин, ну. Да, не надо было так тупить. Ёлы-палы. Блин, ну так все хорошо было. Ну зачем ты это сделал? Да не знаю, тебе хотел помочь. Ну видишь, хочется помочь, чтобы очков там было больше. Сейчас так может и меньше стать. Да, вот в итоге меньше становится. Так и стал меньше. Ох, хавок провалился. Да тут и ровага провалилась. Ну, неплохо. Со мной. Хорошо, конечно. Просто аккуратненько доворачиваешь чуть-чуть в сторону и все, и с того трамличика прыгаешь. Угу. Можно так, но. Потому что у тебя мягкости много. Если бы у тебя не было ее, там надо было докручивать и притормаживать даже. Ну, в принципе, да. Но я от случая к случаю это делаю. Полина. Я как-то больше от случая к случаю реально это делаю все. Блин, как гонять-то быстро. Офигеть, а? Ну вообще тут. Все печать. Да ладно. Не, он тут уже не догонил. Чуть меня догнали прям. Ну-ка. Подожди сейчас. Тогда заново. Вырублю-ка я сглаживание, что-то я не хочу так больше со сглаживанием играть, а? Что-то меня оно разочаровало, что ли, как-то. Так.